Итак, ребята, вот такой вот нож мы получили. Зеркальная полировочка, нержавейка, ручка не бандитская, то есть вполне себе приличная ручка. Ручка не маленькая, вполне удобно держать. Полностью зеркальная полировка. Проверь, есть ручка. Простая материал. Персик. Из руки не выскальзывает. Пропитан маслом по полной. Режет довольно хорошо. До 2000 камня у нас заточен. Ну что, кому понравилось такое видео, естественно, лайки. Кому не понравилось, дизлайки, комментарии. Ну и все. Всем пока, удачи, два туза, раздачи. Всем пока. Пока.